Вот опять солнышко вышло. И еще из новинок у меня сережки. Опять же, обожаю вообще всю бижутерию Флоранж, потому что невероятно крутое качество исполнения. К сожалению, я не смогу вам сказать, что в его состав входит, но обычно это либо покрытие из каких-то драгоценных металлов, таких как розовое золото, либо белое золото, либо платина. Такие вот они просто шикарнейшие по внешнему виду. Специально сделал настройки камеры потемнее, чтобы вы смогли рассмотреть, как же круто они смотрятся. То есть здесь получается у нас такой вот прозрачный камешек. Это розовый, перламутровый, не перламутровый, а затемненный наоборот. Вот это красивый голубой, причем переливается, видите, всеми цветами тут радуги. Я люблю нашу бижутерию Флоранж. Я просто в дичайшем восторге от нее, потому что очень качественное исполнение. Сама по себе упаковка достойная, потому что они идут вот в таких вот бархатных мешочках. Вот все, что приходит из Флоранж, это вот такие вот красненькие, бархатные, красиво упакованные. То есть даже кому-то приятно подарить. Это на самом деле вот ювелирная такая вот бижутерия в хорошем качественном исполнении и с применением полудрагоценных, там драгоценных металлов с различным покрытием. То есть кто не любит вот такую дешевую бижутерию, то есть это хорошая качественная бижутерия, и дополнительно еще идут вот в таких вот коробочках. Сейчас я одену прям сережки перед началом использования, то есть я же не знаю, может быть, кто-то уже заказывал эти же самые и одевал их, потому что у нас возвратная бижутерия тоже есть, и поэтому обязательно нужно обработать каким-нибудь антисептиком. Но вот в данном случае я обработала хлоргексидином. Видите, как все это очень красиво. Мне так нравится вся. Я прям в дичайшем таком восторге. Я обожаю эту бижутерию, нашу флоранжевскую. Хорошо, что эта компания присоединилась. Причем эти сережки мне достались по символической чисто цене, потому что у нас есть разные акции для рекрутинга новых консультантов. И вот за то, что я зарегистрировала определенное количество консультантов, я эту бижутерию смогла взять. Вот это вот, и не только, по очень низкой цене. Я не знаю, вам ролик выпускала, почему у меня нету. Да, по-моему, я еще даже не смонтировала свой предыдущий ролик о личных покупках. Вот. И я там тоже получила это все значительно дешевле. То есть вот эти вот сережки, по-моему, стоят там за 1000 рублей. Получила их я всего лишь за 150 рублей. И еще я заказала крем на эту зиму. Вот из Аквасмарта. Потому что это самый мой любимый крем. Я им пользовалась прошлым годом, прошлой зимой. И моя кожа была счастлива вообще. И несмотря на то, что многие косметологи кричат по весь голос, что обязательно нужно пользоваться зимой питательными кремами. Сколько я не пользовалась питательными кремами, они мне не подходили. То есть у меня все равно сохранялась сухость кожи. Не было, ну, такое ощущение, вот все питательные крема у меня работают на коже, как будто бы они ложатся слоем на лицо. Ну, определенным тонким слоем на лицо, и как будто не работает с кожей, глубоко не проникают. И это единственный крем, который работает не только у меня на поверхности кожи, не только увлажняет кожу в момент его использования, но даже когда я умываюсь после использования этого крема, я чувствую, что моя кожа увлажненная. Вот на самом деле он выполняет все функции увлажнения. И несмотря на то, что косметологи кричат, что нужно пользоваться питанием зимой, вот когда я начала пользоваться увлажнением зимой, только тогда моя кожа отблагодарила меня своим отличным состоянием. Она за всю зиму у меня прошлую не шелушилась, не краснела, была расправленная постоянно. Вот, ну, она излучала у меня здоровье, я не могу даже вот объяснить. И вот на данный момент лично для меня это самая лучшая линейка, самый лучший крем на тот момент, вот на данный момент, да, в компании Faberlic. Да, у меня есть, до этого я заказывала два крема сияния, вот такой дневной и ночной крем, но, увы, они не так хорошо работают. Вот и про них как раз и могу сказать, что как будто бы они покрывают кожу какой-либо пленочкой, какой-то пленочкой, да, и как будто в грулуп не проникают, не работают. И я снимаю их, смываю вечером, и такое ощущение, что у меня как будто лицо не увлажненное, то есть я как будто не пользовалась кремом, очень сильно пересушивает. И мало того, что я сейчас сменила, в принципе, умывашку, то есть я вместо мусса Гардерика я сейчас купила Аквасмарт. Я не знаю, вам показывала Аквасмарт? Да, я показывала. Вот, то есть я перешла и на очищающие средства более мягкие. И еще хочу отметить состав
этого крема, сделайте стоп-кадр, переведите, если вы посмотрите, погуглите и расшифруете, переведете с английского языка на русский все те компоненты, которые входят в этот крем, вы поймете, что он более чем на 50% состоит из натуральных ингредиентов. То есть с таким составом в данный момент у нас нету в компании Faberlic ни одного крема. Это единственная линейка, которая содержит в себя такое количество огромное всяких масел, ухаживающих компонентов, экстрактов, карнитин, креатин, масло жожоба, рицинус ойл, потом кунжутное масло, лецитин, ланолин, пантенол, витамин С. То есть, ну вот уйма, просто уйма всяких ухаживающих средств. И знаете, я такой человек, я люблю все новое, мне наскучивает однообразие, одно и то же, и я редко себе что-то повторно покупаю вообще из уходовых средств. Я либо меняю линейку, либо что-то пробую, то, что появляется у нас из новинок, но впервые я купила один единственный крем вот именно из этой линейки уже второй раз, уже второй год. Причем он универсальный, подходит и на осень, и на зиму, ну да, в том числе на осень, на зиму и на лето, и еще на утро и вечер. То есть им можно пользоваться, и он дает увлажнение на 12 часов. У него очень хорошая вот такая вот крема-гелевая консистенция, видите, то есть он очень легкий, хорошо впитывается, при этом оставляет такую невидимую и незаметную невесомую пленочку на лице, и увлажненность сохраняется на самом деле длительное время, по нему очень хорошо работают тональные крема. И мне нравится, как он пахнет. У него, хотя и не слабо выраженный, вот, но и не сильно удушливый. То есть, если сравнивать, например, с тоником для лица из серии Renovage, то тот посильнее, у него сильная парфюмированная композиция вот этого тоника. У этого же крема более легкая, и она вот такая вот морской, немножко сладковатый аромат. И повторно я еще себе беру, но только лишь потому, что я потеряла свой блеск для губ. В данный момент он находится у меня на губах. Это мой любимый блеск, это идеальный розовый цвет, который мне подошел, потому что мне редко подходят розовые оттенки, у меня более такой вот цветотип, скажем так, теплый, что ли, волосы у меня, да, в тепло отдают, и мне розовые оттенки, они не подходят, и это вообще персиковый оттенок, это оттенок 46-65, взяла я его абсолютно бесплатно, мы как участники программы накопительной, каждый консультант участник накопительной программы, то есть у нас такое огромное количество бонусов в компании Faberlic, что иногда продукция, ну даже не иногда, а зачастую продукция мне достается совершенно бесплатно, и вот этот блеск я получила бесплатно. Каждый консультант, кто зарегистрирован, и тот, который делает заказы, он за каждый заказ получает определенное количество баллов, которые потом может обменять на подарки при накоплении от 15 баллов. Вот так вот он выглядит, очень классно смотрится на губах. Он стоит 35 баллов. 35 баллов – это примерно 3000 рублей, может быть, 5000 рублей. Вот. Ну, можете представить, то есть вы, если участник там VIP-программы 100 баллов делаете, да даже если вы просто обычный консультант и делаете там каждый заказ на 10 баллов, то два ваших таких заказа вы уже на третий можете обменять на подарки. В качестве подарка за 15 баллов нам дается мыло, например, для кухни, устраняющее запахи. То есть у нас такая программа лояльности, очень Faberlic компания поддерживает консультантов, те, которые приверженницы, приверженцы нашей косметики, нашей одежды, там, бытовой химии, те, которые постоянно делают заказы, и как-то поощрить, чтобы именно покупали мы не в магазинах. Мало того, что вот смотрите, да, я понимаю, что мы многие вещи можем купить, например, там Магнит Косметик, да, сходить, или в какой-то другой косметический магазин, но вы делаете там покупки, и вам никаких подарков за ваши покупки не дарят. Мало того, что там скидки не всегда бывают очень крупные, так к тому же еще нет такого, что вы какие-то бонусы купите на карточке и потом можете обменять их на подарки. Это очень редко такое бывает в каких-либо магазинах. А здесь за каждый свой заказ вы начисляется определенное количество баллов, которые вы можете потом обменять на подарки. Такая вот у нас программа для абсолютно всех консультантов. Девчонки, вот на этом и все. Есть еще много чего, что вам показать, но в этом видео я уже не буду долго останавливаться, и так оно длинное получилось.
До новых встреч на моем канале. Я вам желаю хорошего настроения, чтобы у вас все в жизни получалось так, как вы хотели. Если, допустим, у вас какие-то там горести, проблемы случаются, чтобы вы это проживали как можно легче, и вам находились на вашем пути люди, которые вас либо вдохновляли, либо поддерживали, либо вас каким-то образом успокаивали, приводили в чувство. Опять же, кто еще не является консультантом Faberlic, обязательно регистрируйтесь по ссылке, еще раз повторюсь, в инфобоксе к этому видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, всем пока!